Здравствуйте, друзья! Вы видите хлебушек, буквально вот такую буханочку, вы видите хлебушка, он порезанный, и на нем здесь написано, видите, глютен-фри. И если вы когда-нибудь, может быть, пойдете и сделаете анализ, и выяснится, что у вас то, что называется вот интолеранс к этому делу, то есть невосприятие. Да, невосприятие, в общем, оно плохо влияет на здоровье в целом. Я не хочу лезть сейчас в медицинский аспект, тем более я человек полуграмотный в этом смысле. Вот, но я просто показываю буханочку. Свет, сколько стоит буханочка? Ну, долларов 10 стоит. Долларов 10 стоит буханочка. Очень вкусная, очень вкусный хлебушек, но вот здоровенький. К этому делу я вам покажу вот макарончики такие. Тут макарончики, вот их там видно, вот они лазанья. Там попрятались, лазанья. Вот эта лазанья делается из brown rice, коричневый рис. Вот я, честно говоря, не знаю даже, как по-русски это называется. Может коричневый быть, рис. Или коричневый рис, или, может быть, brown rice. Я часто сталкивался с тем, что просто английские названия в чистом виде берутся. Из этой же серии gluten-free вот вам ну, такие, как сказать, пирожные, не пирожные, ну, вот такие коржики вкусные. И еще хотел вам показать вот эту штучку. Это, вы видите, значит, да, перекись водорода. И эта перекись водорода пищевая, она капается капельками в воду, которую вы пьете. Тем самым вы обогащаете воду кислородом, и, соответственно, она по-другому действует на вас, когда вы ее, так сказать, внутрь употребляете. Вот такая вроде нехитрая штучка, на вкус никак не сказывается. Вот, Свет, какие нормы употребления? Вот, скажем, на литр воды сколько нужно? Ну, на литр, не знаю, мы берем на пол-литра. На пол-литра. Но постепенно мы вышли от 9 капель, там, до 25 капель. А почему постепенно мы выходили от 9 Я капель думаю, до 20 на пол-литра? Речь идет об обогащении кислородом крови, и это происходит очень быстро, в течение буквально 12 минут, просто выпитая вода всасывается в кровь, поэтому, чтобы не было сразу такого вау. Кислородного удара. Да, дело в том, что она действует, и примерно работает как кофе, только гораздо полезнее. То есть бодрости больше. Она дает бодрости, да, и в принципе, каждый раз, когда ты пьешь воду, нужно туда добавлять это. Ну, не то, что нужно, но как бы есть возможность. Ну, кислород в крови, он обеспечивает убыстрение, это же окисление, да. Это убыстряются все процессы функционирования в организме, связанные с перевариванием еды, и то, как она переваривается. Ну, отлично, отлично. Хорошо, Свет, спасибо. Вот так, друзья, мы с вами расстаемся.